Видим. Ну, я, во-первых, не считаю, что в советское время было такое бездуховное время, безнравственное. Это далеко не так, как, в принципе, и царское время, упомянутое выше. А что, и чтобы я думаю, что могло бы вот в последнее время, как выглядел, как многие считают, что было 20 лет бездуховности, всевозможной, вот, поисков, и должна появиться какая-то идея, которая может объединить людей. Это идея нельзя выдумать. Идея, она проста и сформулирована очень давно и очень много веков назад. Это любовь, любовь к ближнему в первую очередь, любовь к близким, к себе, что тоже немаловажно, себя надо очень любить, к детям. И понимать, что будущее твое, твоя реинкарнация – это твои дети. И вот насколько ты вложишь в своих детей хорошего, правильного, справедливого, столько ты и получишь в будущей жизни.